Основные работы в летний период – это устранение деформации и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия. На сегодняшний день все выполняется по плану. Исполнение составляет около 2000 квадратных метров. Дальше продолжаем работать в комплексе с администрацией, в комплексе с людьми, с жителями нашего города. Естественно, выполняется добродел, который приходит ежедневно. Стараемся его на сегодняшний день уже закрывать. Письмо пришло, на следующий день закрываем. В дорожную бригаду входят 4 человека, 2 водителя и мастер. Ямочный ремонт проводится день в день. Получили задание, выполнили его. Сегодня технология производства работ – это термопрофилирование с помощью плит нагревания и термобоксов. Каток укатывает асфальт, придавая ему необходимую плотность. Плиты нагревания выполняют роль нарезчика асфальта. Они предварительно разогревают его, после чего производится профилирование, то есть выравнивание старой поверхности. Новый асфальт привозят в открытом кузове КАМАЗа. В термобоксе его нагревают и постоянно поддерживают при температуре, необходимой для его укладки. Ведь при производстве работ асфальт быстро остывает. В 2018 году предприятие «Одинцовское городское хозяйство» планирует выполнить ямочный ремонт объемом почти в 4000 квадратных метров.